Медаль себе повесишь, когда взорвешь все генераторы, а не только один. Ладно. Если увижу пришельцев, передам им от тебя привет. Делай то, что нужно. Ты молодец. Еще два генератора, и можно двигать дальше. Держись. Я понимаю, тебе трудно. Думаю, от меня там может быть польза. Если там есть люди в стазисе, их можно будет оживить. Только ты меня прикрывай. Главное, прикрывай мне спину. И я тебе тоже прикрою. Хочешь попробовать? Блин! Хочешь попробовать? Да! Чего? Чё это за хрень? Тут что, какая-то марсианская секс-машина? Ты укурок? Нет уж, хрен тебе. Ой, а меня! Ах, мать твою за ногу, грёбаный зеленый человечек! Ну давай, давай, повыёживайся у меня! Ха, господи! Ты чё, не въехал, козлина инопланетянская? Я нифига не понимаю! Чего ты от меня хочешь? Эта штука? Это? Чего? Говорить? Так я и говорю! Что ты хочешь, чтобы я сказал? Ля-ля-ля, бзинь-бзинь-бзинь! Это все, что вы можете сказать, да? Пришельцы, наука-шмаука, а по-английски двух слов связать не можете! Ладно, давайте так. Меня зовут Вин. Я на грёбаной летающей тарелке. Я из Флетбуша, и я хочу домой. Такси вызвать можно? Пойдет, а? Ну что, тебе нравится космическое чмо? Чего? А ну не тычь в меня больше этой штукой. Что, опять меня ударишь? Это... А, твою мать! Проваливай к себе на уран, сволочь! Ха-ха-ха! Погляди на эти криогенные камеры. Они их все хотят заполнить образцами с нашей планеты.
Это что-то типа операционной? Погоди-ка. Что за... Нет. Нет! Это же мой взвод! Какого дьявола пришельцы с ними делают? Зеленые твари! Уберите от них свои лапы! Должен быть способ их освободить! Может, какая-то кнопка на панели еще... Как вам это нравится, уроды? Каково самим оказаться с другой стороны? Вот теперь ставьте свои опыты, гады! Рядовой Лоренс Мирс, военфельдшер армии США. Личный номер 347-6511. Рядовой Лоренс Мирс, военфельдшер армии США. Личный номер 347-6511. Почему я не пришел раньше? Я бы мог им помешать. Вот что. Вот что. Мне надо бегать. Делайте со мной. Прикончим этих пришельцев и пойдем-ка домой. Не скажу я ни... Засунь ее себе, где солнце не светит. Госпо... Рядовой... Лоренс... Это же ребята из моего взвода! Мирс... Воен... Мирс и Беккет! Должен быть способ оживить и вернуть память, чтобы они не напали на нас! Возможно, с помощью этого оборудования я сумею вывести их из стазиса. Инопланетяне накачали их какими-то веществами, о которых я не имею понятия. Не знаю, что будет, когда они придут в себя. Я не знаю, что делать. Это последние, кто остался из моего взвода. Мои друзья. Если их оживить, может, они смогут нам помочь. Не уверен, что их хватит надолго, но если их так оставить... Мы видели, как пришельцы обошлись с остальными. Точно не знаю. В лучшем случае я могу поставить их на ноги и заставить двигаться на пару минут. Я понятия не имею, что успели с ними сделать пришельцы. Я не понимаю, что это означает. Им может быть запредельно больно. Я не разбираюсь в этой технологии, так что придется импровизировать. Это лучшее, что я могу предложить. Спасибо. Потому что я понятия не имею, как будет лучше. Ты как мы поступим? Только не забудь, они долго не проживут, так что действовать нужно как можно быстрее. Мне нужно будет тщательно следить за показаниями приборов, пока я накачиваю их всем, чем нужно, и возвращаю к жизни. Когда я дам сигнал, открой трубки вот этим переключателем. Ничего не делай, пока я не скажу, иначе это плохо кончится. Так, посмотрим. Это запуск процесса оттаивания. Давление в норме, сердцебиение... Вроде тоже. Надеюсь, все получится. Открывай краны. Если я сделал все правильно, они оживут. Так, парни, слушайте сюда. Ощущение такое точно. Я знаю, вы понятия не имеете, что внутри. Творится вокруг. Что с нами Но случилось? Но придется поверить мне на слово. Нас похитили пришельцы. Та штука в Анкоридже. А теперь мы свободны. Берите оружие и за мной. Покажем этим тварям, на что способны американские солдаты. Бойцы, за мной! Пошли! Ладно, дадим этим парням дело. Постой-ка. Отнесем часть этой криосмеси в машинный отсек. Возможно, у меня получится там ее применить. О чем ты думаешь? Кажется, когда мы открыли дверь в операционную, сработала охранная система. Комната наглухо запирается, а потом сюда подается какой-то обеззараживающий газ. Очень технологично. Если я не ошибаюсь, через некоторое время цикл закончится, и двери откроются. Нам просто надо переждать. Не знаю, придется ждать завершения цикла. Главное, прикрывай мне спину. И я тебе тоже прикрою. Нет.
может быть? Это и есть их план? Похитить с земли столько народу? О боже! Они обходят нас сзади. Быстрее найдем укрытие. Время расплаты. Это и есть генератор. И как нам его уничтожить, черт возьми? Хочешь попробовать? На! Быстрее, надо уничтожить последний генератор. Мне уже становится неуютно в машинном отсеке.
Думаю, да. До отправки в Анкоридж я занимался криотехнологиями. Мы надеялись найти им применение в медицине. Наши растворы мало отличались от этой криогенной жидкости. Думаю, у меня получится сделать из этого импровизированное оружие. Есть задумки насчет криогенных мин и гранат. Пока еще не решил. Зайди через часок. Посмотрим, что у меня получится. Пока нет, я еще работаю. Ладно, как скажешь, тебе виднее. Быстрее, надо придумать, как свалить с этого корабля, пока нас всех не отправили в заморозку. Эй-эй! Осталось прикончить последний генератор, и мы, наконец, сможем добраться до мостика. А там берегитесь, пришельцы. Надеюсь, мы отыщем мою сестру где-нибудь. Еще один генератор, и можно будет отправляться наверх корабля. Тогда можно будет ударить пришельцев под дых. Давай, не буду тебя задерживать.
получилось! Теперь тебе придется выйти из корабля. Я знаю, это жутковато, но другого пути наверх нет. Да, главное, надень скафандр, прежде чем вылезешь наружу, а то умрешь. Не забудь. Времени, когда все это началось, когда упали бомбы, с ума сойти. Типа того, не верю, что они таки сбросили атомные бомбы. Они же весь мир уничтожили. Откуда такие идиоты берутся? На солдата ты не похож. С какой стати тебя вообще понесло в армию? Сам? Да меня насильно забрили. Я работал в больнице, прежде чем попасть в армию, а они сунули мне в руки винтовку. На спусковой крючок хоть раз нажимать приходилось? В смысле, убивать людей? С генераторами теперь порядок, да? Тогда пора на прогулку. Эй, не забудь надеть скафандр, прежде чем снижать давление. Oh.
я займусь дверью. Ужасно увлекательно, скажи. В этой части корабля мне раньше бывать не доводилось. Красиво, да? Кто бы мог поверить, что я такое увижу? Вот это нечто. Можно даже забыть, что наши жизни висят на волоске. Вообще-то сейчас не время глазеть. Извини, я займусь дверью. Подожди, ага. Ого, мне это не привиделось. Жутковато, но вообще с их стороны это как-то глупо, нет? Это же очевидно, разве нет? Они из кожи вон лезут, чтобы нас запугать. Значит, мы их крепко достали, и это хорошо. Хотя теперь, похоже, придется разбираться с этим чертовым лучом смерти, пока они не взорвали всю планету. Но согласись, приятно, что нас принимают всерьез. Надеюсь, они не вычислят, где мы. Потому что теперь они точно не посадят меня обратно в камеру. Черт! Они и этот тоже отключили. Тебе придется попасть на ту сторону и включить его. Удачи тебе! А мы останемся тут и подождем.
Я ног не чувствую. Что вы сделали с моими ногами? Фрэнк, я тебя не вижу. Фрэнк, Фрэнк, что они с тобой сделали? А-а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 -
О, боже, что вы со мной делаете? Что это за штука? Уберите ее от меня! Ай, больно! Прошу вас, прекратите! Нет! У тебя отлично все получается. Надеюсь, было не слишком страшно. Угу. Похоже, нас не хотят туда пускать. Тогда надо найти другой путь. А вот еще один. И он работает. Давай сперва ты пойдешь. Проверишь, не опасно ли там. А я за тобой следом. Ага.